Всем привет, меня зовут Женя Аксенов. В 2018 году я закончил ГИТИС, актерский факультет, мастерская Павла Чеховского и Сергея Анатольевича Голомазова. С детьми работаю уже больше 10 лет, работаю педагогом по сценическому движению, актерскому мастерству и сценической речи. Поставил более 15 спектаклей, таких как «Жозефина и мышиный народ», «Ревность Бурбулье», «Волк на елке», «История воздухоплавания» и еще много-много всего. Буду счастлив видеть вас на занятиях у меня и Талантина.